Почему же мужчину устраивает быть холостым? Нет обязательств. И он ни за что не отвечает. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Возможно, чаечка отчасти и права. Но, как считаю я, ну, во-первых, что такое холостой? Свободный мужчина. Холостой, патрон в патроннике может быть, да? Тут не то, чтобы типа якобы у тебя нету ответственности, ты ни за что не отвечаешь. Да, это так, но тем не менее, прежде чем взять эту ответственность, нужно понять, зачем она тебе нужна. Я как свободный мужчина просто не могу понять, зачем мне брать за полноценного, здорового, дееспособного человека, пускай и женщину, да, какую-то ответственность, да, какую-то несвободу бы для себя приобретать, чтобы, ну, это ограниченность в любом случае, это не свобода, да. Я не могу понять, зачем, если этот человек может сам себя прокормить, сам себя одеть, ну и так далее, и тому подобное, по списку, да, тут откуда ни возьмись, она ко мне, у меня в жизни появляется, и мне нужно взять за нее ответственность. Она что, инвалид, что ли, она маленький ребенок, она пожилой человек, который не может за собой ухаживать. Зачем? Вот это вот мне непонятно. Я не понимаю логику тех мужчин, которые берут ответственность. Ребята, это все красиво завуалировано, типа якобы, ну, в женском стиле. Да, ответственность, там, обязательства. Это просто люди хотят халявы. Просто хотят халявы, чтобы им давали бабки, чтобы их обеспечивали, ну и так далее. Да? Это все просто красивые слова. Ответственность. Это называется «без лоха и жизнь плоха». Вот как-то так.